Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Димон22к, и в сегодняшнем видео я вам покажу новое обновление 3.8.0. Я надеюсь, что видео вам понравится, вы поставите лайк, подпишитесь на мой канал, подпишитесь на мой телеграм-канал, но я не буду затягивать, погнали к видео. Так, ребята, у нас опять вышло обновление, и уже 3.8.0. Мы такими темпами реально ультра быстро дойдем до 4.0. Я реально в шоке, блин, опять новое обновление. Так, ладно, давайте не буду затягивать в лобби. Давайте сначала посмотрим лобби, потом уже магазин, а потом карты. Так, смотрите, как бы желтое. Так. О, вот новое синее лобби, кстати, такое оно. Прикольное, мне нравится. Так, дальше, давайте я верну свое, потому что мне свое нравится. Так, переходим. Сначала смотрим пушки, давайте пушечки. Опа, Томпсон такой вот. Забираем. Теперь ливерверчик. Тоже забираем. Так, ну блин, ну мне, кстати, нравятся вот такие вот пушки. Прикольно выглядят. Две новых пушечки у нас. Так, давайте теперь скины. Так, ну в скинах, давайте посмотрим. Я помню, что я видел, короче, что говорили, что есть скины. Вот такой вот, короче, черный робот есть. Вот так вот его можно применить. Потом я слышу, что есть вот, короче, на волка скин. Но это типа, короче, гоблин какой-то или тролль, не знаю, короче. Но давайте я возьму свою курицу обратно. Так, а, подождите, на робота. Давайте на робота я покажу глаза, вот чисто. Тут есть глаза Дэна. Это вообще, кстати, капец жесткий. Что-то на него вообще не добавлялось никаких пасхалок. А сейчас хоп, и разраб начал делать кучу пасхалок на Дэна. Но это, конечно, все равно прикольно, я их куплю как раз. Ладно. Так, вот такой вот олень есть. Из мультика, кстати, если не ошибаюсь, он с какого-то. Давайте его купим. Колеса. Ладно. Так, давайте в шляпы быстро. Я просто не хочу затягивать, я хочу вам прям мега быстро все показать, чтобы вам было прикольно, как бы интересно это все смотреть, а не долго. Так, если я не ошибаюсь, ну я как бы уже вижу новое, ну вот вроде это новое, это. Вот это, кстати, мне понравилось, прикольно выглядит. Такая дефолт. Так, вот это. Ну вот это как на эти похоже, смотрите. Чисто почти так же выглядят, только вот такие вот. Потом вот такие, это какие-то рыцарские. Пиратская прикольная. Потом этого Кавасаки шапка. Я не помню, у Кавасаки была такая шапка или нет. Ну, у нас в Чикенгане, разумеется. И ведро вот этого вот, как его, снеговика. Я пока не буду ничего покупать, просто оно пусть будет. Давайте теперь в клювы. В клювах вот такая вот морковочка есть. Клюв. Клюв морковки. Тоже прикольно выглядит. И опять же снеговика. Кстати, теперь можно будет почти снеговика собрать. Если, конечно, в скинах есть вообще... А, стойте, вот это вот еще новый. Этого не было. Вот был, я помню, такой. А может и был, но я не замечал. Я такого не помню. Так, давайте в хвосты. О, в хвостах зеленый новый. Вот такой вот прикольный. Именно зеленый такой, зеленый-зеленый. Ну вот, мне он нравится. По сравнению с вот этим зеленым, ну, он намного красивее. Типа, он такой прям насыщенный зеленый, но и не кислотный, и не салатовый, а именно такой зеленый. Так, теперь в рюкзаки. В рюкзаках, если не ошибаюсь, я видел там, вот, да, один рюкзак. Чулан для стрел, шарфик, но шарфик там связан с пасхалочкой. Мобы. Мобов новых нету. Да, нету. Самолеты. Вот эти, кстати, я не покупал, куплю их. Нету. Животных новых тоже нету. И давайте сейчас в самое интересное из магазина пойдем. Это скины. Ой, точнее, костюмы. Давайте, раз, два, три. Так, я вот пролистну, чтобы не увидеть там случайно ничего. Так, тут ничего такого интересного нету. Кролик был. А, ну подождите, давайте курицу. Ой, голая курица. Фу. Так, тут ничего нету. И вот первый арбуз. Боже, арбуз — это вообще угар полный. Боже, реально, арбуз. А еще, кстати, стойте, вспомнил, смотрите, можно теперь без шапки быть, но это как бы было, да? Теперь можно без клюва быть и без глаз. Вот это я еще тоже забыл показать вам. Так, сейчас покажу желтый костюмчик. Желтый костюмчик вот такой вот. Потом вот такой вот красный костюмчик Деда Мороза. Потом
больничный такой, серый прикольненький, кстати, он такой как будто детализированный. Потом вот такой вот Jumbo Josh синий, Jumbo Josh такой какой-то розовый, только баганный почему-то. Вот эта фигня, которая у меня на аватарке, кстати, ой, не на аватарке, а на превью была. Потом, а, снеговика скин, боже. Вот это прикол, те снеговика можно сделать. И вот такой вот розовый, кстати, розовый мне нравится, как он выглядит. Прикольненько, интересно. А вот это вот черненький скинчик я вам показывать не буду, потому что что? Потому что он связан с пасхалкой. Так, давайте я вам покажу сейчас новую карту. Мне самому интересно, кстати, как она выглядит, я на нее не заходил. Давайте сейчас зайду на нее. О, это Big Farm, боже! А ну сейчас... Йоу! Чего? Нифига себе, блин, она реально огромная. А ну-ка, давайте я сейчас возьму тачку, я проедусь туда и обратно, потому что я знаю, что она супер-мега огромная. Вот, кстати, смотрите, какая пушка. Ну, блин, она прикольно выглядит. Так, давайте теперь вот эту вот. О, это тоже все прикольно выглядит. Ну, как выглядит? Прикольно. А вот, конечно, по урону я сомневаюсь, что там много. Так, давайте возьму тачку, не спойлерить, чтобы случайно себе какие-то там предметики. Так, давайте я проедусь туда и обратно. Вот, смотрите, насколько она огромная. Подождите. А ну развернись, тачка. Едем просто. Посмотрите, насколько она огромная. А чё? Чего это? Насколько она огромная? Боже! Она чересчур огромная, смотрите. Вот давайте еду по дороге просто. Еду. Уже бы закончилось, да? Ну ладно, не закончилось бы. Ну вот сейчас... Ой, нифига, вот это я проскочил. Ой, сейчас тоже. Вот вы видите, уже по идее нормальная карта должна была закончиться. Обычная, точнее, не нормальная, а обычная карта в Чикенгане должна была уже закончиться. И смотрите, я еще и туда могу ехать. Просто, эта карта громазнейшая. Просто, реально, типа, она огромная просто. И, короче, давайте сейчас посмотрим предметики. Давайте я вот сюда выйду даже, на полянку эту. Кстати, вот. Можно тут менять день и ночь, но, конечно, ночь не очень круто выглядит. День получше выглядит. Так, давайте в предметы сначала. В предметах в первом отделе ничего. Да, ничего. Потом в втором отделе ничего. Тоже вроде как ничего. В третьем... Вот, кстати, я удивлен, что вообще в третьем нету. В третьем, боже, ничего нету вообще нового. Так, ну тут понятно, что нету. В еде. Нету опять, боже. И вот этот отдел. Так, о! Первое, второе. Дома, короче, новые. Вот этот третий. Так, четвертый магазинчик такой, типа, какой-то. Так. Так. Но я вижу одну эмоцию. Вот такой вот с щитом. Смотрите, тупо. Оп. А ну-ка давайте. Оп, спрыгнем сюда. Ну блин, смотрите. Выглядят реально круто. Но, блин. Не знаю, вот от первого лица вообще фигня полная. Так, ну как бы от третьего лица, да, прикольно. Особенно, знаете... А ну, стойте. Я могу вот так вот взять? А, нет. Блин, а вот представьте, если можно было в одну руку взять меч и в одну руку щит. Вот это было бы классно. И вроде как все, да. Так, эмоций больше нету, предметов больше нету. А, давайте оленя покажу уже, раз на то пошло. Ту машину я не покупал, потому что не хотел. Ой, короче, боже, ну, кстати, в машинах... Ну, блин, можно же было в мобов добавить. Но это, кстати, угарно выглядит, я все... А ну-ка, а ну, стойте. А ну, давайте звук. Чё? Чё с ним не так? What the fuck? What the fuck, что происходит? Почему звук обезьяны? Что за приколы такие? И почему его так колбасит? What the fuck? Что с ним не так, алло? А ну, я могу вот так вот на стенку заех... Что с ним не так, алло? What the fuck, спасите его! У него проблемы! Ё-моё, у него реально конкретнейшие проблемы. Посмотрите, что с ним происходит. Его просто колбасит жестко. Ну, короче, ребята... Как бы олень очень какой-то страшный, с ним что-то вообще не то. Ну и получается, что, блин, наверное, все, да? Вся обнова. Ну, маловато, честно говоря, прям маловато. Но если учитывать, что там даже две недели прошло, ну почти сегодня, вот две недели будут.
то за две недели, конечно, ну, пойдет, но все равно маловато, реально, вот маловато. Лучше бы, блин, они выходили, там, не знаю, раз в месяц, и были бы плюс-минус, там, не знаю, карта, еще что-то. Ну, короче, чтобы побольше всего, меньше багов, и вот прям офигенно было, чтобы ее как бы и ждали, и она получилась хорошей. Ну, короче, не знаю. Мне, как по мне, лучше там ее хотя бы раз в месяц, ну, максимум раз в два. Ну а на этом мое видео подходит к концу. Я надеюсь, что вам оно понравилось. Вы поставили под ним лайк, подписались на мой канал, подписались на телеграм-канал. Ну а всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.